Так, ну что, ребятки, вторая каточка подъезжает у нас. Мы поменялись сейчас сторонами, теперь они будут за сентов, и в целом будем меняться. Одна, две, вот так будем душить. Первая игра, конечно, у нас получилась очень жесткой. В целом, мои понимания по игре. Я считаю, что тут как-то, ну, у пацанов синергия очень сильно пострадала. Это первый момент. Второй момент, ну, первая игра абсолютно ничего может не сказать. Просто ничего эта игра не значит. Но не удалось, не получилось, как говорится. И сейчас пойдем next, посмотрим, что ребята, может что-то ребята придумают. Что-то придумают ребята. 100 негиантов, помойку. Я очень хотел, если честно, сыграть на этом героя, не потому что там он там сильный или еще что-то там подобное. О, побегаем. Омника, вивера, селедку, один надо, кунку тоже. Или сами забираем. Что-то такое баньте, либо забирайте сами. Они любят на грязи играть. Кунку сейчас забрать надо нам. Они по-любому возьмут его, если мы не заберем. Химик, лего. А химика нету, лего. Бара. А, бара нету тоже. Так, всем на этой, на теме. Они на пуш, короче, играют, я понял. Да. Давай, а кто этого контрит? Арка. Арка надо, вот, арка надо контрит как раз. Лего может, я не знаю. А кунку, да? Лего миду сосать будет против него. Кунку давай, так, забирайте так. Кунку. Побегаем на затем. Хен, модер, скажи модерам нагинга, пусть и дальше, что там. На-на-на-на-на-на-на. Такие слова, но не, но забей. Нет, тут не это. Я тут ничего не буду говорить. Какой ник у Нагинга? Я не помню, какой-то софтер у него, какой-то второй или пятый. Не помню. По-моему, пятый. Сейчас скажу, какой, по КДАшке видно будет. Софтер 5. 7.2, Нагинг. У него двенашка была. Эмбера бери ГГ. Не, я не хочу такими. Я сегодня, у меня сегодня в планах. Зед был, Некролайт. На Некре я по-любому сегодня сыграю третью игру. Сыграем по Best of 5, наверное. Сейчас эту игру выигрываем, по Бо-3 они проигрывают. Поэтому Best of 5, возможно, сыграем. Но я не думаю, что сейчас они прям в салат. Мне кажется, сейчас массух наберут, будет очень тяжело. Так, 25 латенцев и на Мартретка. Это хорошо. Ну что, друзья, спасибо всем, кто, как говорится, на этой трансляции. Спасибо всем за поддержку. Продолжаем душить. Продолжаем. Некстовая катка у нас за, как говорится, запотела. Нужно протереть немного. Сейчас посмотрим, что по драфту. Но наши ребята пикают грамотно. Пикают грамотно, конечно. У них ребята, наверное, парятся, что взять. Я, если честно, беру по дефолту, как Excel T-Basher. То есть я, как бы, ну, рассчитываю на себя. Тем более центральный коридор в моем, как говорится, исполнении. Чем контрить за это. Ну, я тут не вижу контроля за это на данный момент. Если только будут кресты, корабли, но я тут буду играть так, что только темпестом будем играть, и все. Темпестом. Он в бане. Хорошо. Приветствую. Приветствую. Хорош. Так, ну что, третий слот пропикивает. Баунти Хантер. Алло, Баунти Хантер! Привет. I will be done. Так, и Магна. Секондовый ченс, там Магнотавр опять заезжает. Не пошел, не пошло, как говорится, на Магнусе, давай я. Я, если честно, не знаю, у них ники похожи, я даже не знаю, кто на ком играет, и не знаю, кто кого там нужно контролить. Жесть. Софтеры, потому что... Почему у них такие ники софтеры? Потому что... Рону, помогите, пацаны. That was my plan. Город Москва. Здоров, бро. Сыграем вместе. Вот и я тоже вернулся в свой город Москв. Потом как-нибудь сыграем вместе. Сыграем, брат. Сыграем. Сори, сегодня у нас заруба со стримером, с Нагингом. И поэтому пока слоты я не выдаю. Там уже парнишка попросил один слотик, и я после, как закончим, я буду выдавать, если ребятки будут в онлайне. Я в любом случае эти слоты запишу, они не пропадут. А так, конечно, будет желание, залетай, сыграем.
Сыграем, бро. Спасибо тебе большое за поддержку. Минимальный донат я сегодня подкинул, чтобы максимально было спокойно на стриме, чтобы не было ни хейта донатами, чтобы не было очень много суеты донатами, там треки и всякая прочая тема, чтобы не отвлекаться, чтобы было по кайфу. Спасибо тебе, дорогой, за поддержку. От души. От души. Жиза хорошо. Приветствую. Жиза хорошо. От души, ребят. Спасибо большое, бро, за поддержку. Вообще, в целом, всем спасибо, кто смотрит, кто поддерживает, ребятки. Всем по кайфу. Марко, я видел. Спасибо, бро. Всем по кайфу. Спасибо, ребята. Спасибо за поддержку. Рад, что все огонь. Если видос нравится, обязательно поставьте лайк, как говорится. Так, что нужно делать на зайти? Это last hit, конечно же. Угу. Шоквейвы пошли. Хорошо. Шок вивы. Как говорится, хен не может забрать крипов у крипов. Знаете такое, как в гайде постоянно говорю? Ксен не может забрать крипов у крипов. Лол. Это чисто ржомба. Чисто ржомба. Фармью и делаем пока что. Это он попытается шоквейвой забрать, да. Оп, хорош. Отлично. Привет, я нормально. Пойдет. Надо подпичковывать еще. Но себя не в убыток. Не добью крипа. Печалька. Это будет боевой Z. Боевой Z будет. Пока фармим, я так понимаю. Это будет батлыга, да? Хорошо. А, кстати, с Магнусом будет неприятно стоять тем, что я его, в принципе, никак не убиваю, потому что у него есть уход от меня. Но Next готов. Ну, кого-нибудь поменяем, бро. Посмотрим, кто у нас там будет. Кто у нас там будет? Кто у нас будет? Хаста, хорошо. Дядя, не надо. Надо, дядя. Так, пойдет. В команду, бро, играет только модер. Не иначе. Поздно, поздно, пацаны, не видите вы, я не знаю. Сейчас не тоже дают, куру не дают. Просто кур, дайте да куру, зачем ее тащите по КД? Вдвоем хоть зачем умирать, я знаю. Ты куда пришел? Поздно уже, смысл ТП давать, отмени да уже. Парк залетел. Хорошо. Хорош. Не знаю, легко в тавер воткнул с парка. Он не видит его.
Ладно, отойдем, нужно подрегениться. Погнали на руну сходим. Хороший драка. Я просто Dream Team даже предупреждаю, что Кура летит. Но у нас тут более так, знаешь, ну... Мы более такие, знаешь, тут ребята как бы, ну... Как тебе сказать, правильно будет? Да, подлагало, сорян. Я знаю, но это лаги такие все неприятные. Это мой интернет. Говорит привет, Хиназис. Что, левел надо ехать, не хочу расходники юзать в холостую. Ждем. Как это, блин, называется? Несерьезные, а как-то дисциплинированные. Вот, более дисциплинированная игра. Добей дядя Крипа еще. Хорош. Отлично. Более дисциплинированным. Можно выразиться так. Хорошо, все, нужна будет помощь. Здорово, как дела? Привет. Здорово, хорошо, все пойдет. Все good. Все good. Ждем темпеста. Темпеста ждем. У нас БХ, руны должны подконтривать. Отлично. Такое себе. Темпест не реализован. Пока фармим, нам медас нужно сделать, парни. Пока фармим. Иллюзия. Окей. Он меня задушил. Я не успеваю. Бей, бей, сейчас бей. Что там, стопа будет что-нибудь? Опа. Я ушел. Давай, Ксена загангать 2 секунды, не знаю, никто на ганг прийти не может. У него хп нет, я ульт даю, мы убиваем его изи. Можно уже, в принципе, не париться за экспириенс. Опа, а это минус. Я не успеваю. Хорошо. Жалко, что Магнуса не забрали. А так пойдет. Но он меня мог, кстати, убить шоквейвом. Мне нужно было аккуратно там подмансить. Через некров? Нет, я не играю через некров. Я играю в своем секретном билде. Куда приятнее, куда комфортнее играть через этот билд. Мне пришлось расходники зажать, правда. Придется взять еще раз. Как будто контроль какой-то каменный. Хорош. Я так и не понял, что пуш хочет. Вы поняли? Я лично не понял, что он хочет. Он может меня забрать. Yes, Master. I believe, Master. I wish
Печально. Три героя. Пойдет. Yes, master. I gladly obey. Yes, my lord. I bidding, master. Рутге стоит на стреме. Он экспится тупо. Тупо экспится. Хорошо. Так, 9 минута, 39 крипов, это мало. Это мало. 300, да? Да, зачем ты его фидишь, да? Хорош. Погнали, лисочек. Некрочи, нет. От твоих подписчиков просто на автомате в голове души стримера, неважно какого. А ну ты чё. Так, я как раз успеваю стакнуть. Отлично. Стакаем. Это сюда, это вот так. Отлично. Ну, ТМПС-то нету, я бы прилетел. Travel Annex там. Можешь закрыть окно? Чтобы не слышать это. Спасибо. А, ему пофиг. Корми, не корми, он будет гавкать. Так, ТМПС, ты гоу. Да ладно, через забрал. Хорош. Пойдет. Магнус тоже фармьюит, делает, да? Хорош. Ну, время на меня работает. Зет гавкает. И на пришеленец. Хорош. Отходим в лес пока. Можно кунку душануть? Да нет, МПС-то нету, лучше не будем соваться. Я в частном доме, конечно. Я не люблю квартиры. Не знаю почему. Не нравится. Нормально, тут сейчас мелочевку заберем. Пока что на эксп кидаем медасю с парнем. На эксп. Сначала на эксп, потом все остальное делаем. Хорош, я иду. Ну вот такое. Пятером внизу. Отлично. Хотя бы яйцо расконтрил я. Это радует. В этой игре, наверное, ребята получше что-то покажут. Дезоль не актуален на 85-й, друг. У них там тимфайт на самом деле лютый. Но у нас есть Найкс. Найкс это очень хорошо. Найкс это годно. Дагер. Нормально, 12 минут дагер. Пойдет. Хорошо, тревела можно скинуть. Сюда. Давай, 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 главное флаг закинуть. Это минус. Хорошо. Нормально, еще и забрал. Чисто ТМПС там. ТМПС на боковые лайны, тревела делаем и фармим центрально, просто вся наша работа. Старт у меня хороший, 5-0 это очень хорошо.
Ему не поможешь там. Можно уже, в принципе, не париться за экспириенс. Опа, а это минус. Я не успеваю, да? Жалко, надо вард. Ох, варда нету. ГГ. Вардик поставим. Ну, плохо. Можно предысторию твоего ника. Это инициалы, просто банальные инициалы, и все. Единственный вариант у меня был тут уходить, это через ТП. А там еще, там кусь-кусь было. И, по-моему, если я не ошибаюсь, там топот был какой-то, нет? Ну, нормально, задушили. Сейчас вард себе поставим. И GG. Нет, не получится продать результат, 20 хилку. Где ты такое видел? Тем более, тут я такой темой страдать не буду, другалек. Ты чё? Это так не делается. Тем временем, как фармят коры Ахмы? Фарми лес. Я помогу чуть-чуть. И фарми, фарми лес. Не стой по-братски. Морта, фарми лес, я для тебя дал. Я им павра дал, и первую дал. Не стой, да, пожалуйста. Йо. Поможи делать бабушке. Я с хостой бегу вниз. Держите их, пошлите. Эту мразь я убиваю, по идее. Бей, бей, ее бей. Ну, ульт ставить плохая. Затея. Я так убирал, там что-то не было. Сейчас он еще убежит. Хорошо. Я не успел кнопки раскидать. Этот, скорее всего, умру. Да. Я ухожу. Я как-то лениво кнопки прожимаем. Я ухожу просто. Тиков нет, я умру сейчас. Да, помочь нечем. Прыгай на меня. А, КД вот. Я иду. Ультуй в него. Да. Ульт, 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 Зандар. Ульт, ульт. Домой. Все, пацаны, если так будем играть, выиграем их. Давайте, знаете, что сделаем? Вот тут вот так вот сделаем. Он-ка там уже фуловый. Базу. Хорош. Вот так активно надо играть. Видите, мы активно играем, у нас все получается. Ебать, это что за было хуйня? Чьи инициалы? Родители? Мои инициалы? С чего это я родители бы инициалы ставил, друг мой? Ты шо? Ты шо? Ты шо, дядя? Мои инициалы, че ж еще? Вард сняли, плохо. Только себе поставил. Это все хорошо. У нас будет проблема с влейте с арком. Надо его гасить. Сейчас. Не палитесь, не зачем. О, давай, 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 давай. Верни, 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 верни. Домой. А, здесь Найкс еще.
Можем убить? Давай. Давай, давай. ТП нажали, ТП нажали. Ульдам, ульдам, ульдам. Отойдите, чуть отойдите. Под ульт не хочу, блять. Этот пришел. Меня пи***ет. Я умер тут опять. Жесть. Но меня прессингует. На мидас я даже не успею кинуть. Я лес. Мне нельзя вообще умирать. Мне нужно артефакты сделать, потом уже все остальное. Бей, 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 сбиваешь. Но эту катку тяжко, ребята от кунки отыгрывают. Деритесь. Это GG, хорош. Мне нужно дофармить молнию и не фидить сейчас. Можешь? Да. Все, уходи тогда. Я ушел. Может, я не ухожу. Бля, как он цепанул меня? Что за бля? Стики, стики, стики. Да не. Птичку успею дать. Ай, бля, что ты долгий хп? Очень важный момент. Просто не фидите все. Я фижу по КД. 6-2, начинает камбэкать, пацаны. Начинает камбэкать. Мне кажется, уйдет. Одна тычка. Ай, хорош. Но он хорошо их забайтил. Хорошо их забайтил. Красавчик. Блин, я мидасы теряю, это жесть. Отлично, все, вы сюда. Мидасы теряю. Мидасы теряем, парни. Хороший старт был, но что-то как-то сейчас рывато. Парни выгангивают. Ну, левел апаем. Чуть можно. Чуть можно погазовать и дальше будем душить. Пока фармим. Ну, на X через Madness, это непонятно мне тоже, да? Хорош, ну забрали, успели. Добрый его, Магнус. Можешь, задай вопрос. Раньше был модером, сейчас негативно относится. Ну, он всегда так хотел съехать с темы. Я не хочу это здесь говорить, потому что... Это надо так, другалек мой. Пусть что хочет, говорит. Правда за моей, как говорится, спиной. Правда за мной в любом случае. Отлично. Правда за моей спиной, брат. Я кого никогда не обманывал на стриме. Или вне стрима. Никогда. Я зарекомендован как человек, который всегда делает по-честному и по правде. Но так и нужно по жизни идти. А не просто тут на показуху играть. Так нужно по жизни идти. А не так, что за спиной гавкать, а в лицо бояться сказать. Так что, пацаны. Каждого свое. У меня пока надо не драться. Но они бой хороший дают, интересно как. Бой хороший дают. Ульдас, ульдас. Нормально, нормально. Его, его тоже. Гоу, гоу, гоу. Все, хорошо. Тавр, тавр, ломайте тавр. Есть чем цеплять? Хорошо! Где эту шалаву? Помогите, дай ему. Крипам нельзя. Бля, бей, ладно. Уходите, Б, Б. Надо к крипам идти, брат. От первого у него это. Хорошо. Гоу, поможи делать. Трек кинь просто и все.
И погнали. Джи. Трек кидаешь, принимаем, и все. Ща до герочек и погнали. Ребяткам поможи делать нормально. Уж. Пока что ребята соло ковыряются. 16 левел пропать. Позиционочку держать, и все будет огонек, парни. Залог успеха геймплея на зете. Вот так сделаем. Пойдет. Отлично. Добрый вечер. Я не знаю, пока спорная игра. Поиграем. Это же все равно фановый контент. Это не серьезно, прям так, что знаешь, там International и тому подобное. В любом случае, это фановый гейминг. Че париться? Интересно, просто геймплей. Поиграем и все. Интересный геймплей, вот и все. Ждем. Наверное, выкинем этот, Аквилу. И на нистопе сделаем. Добрый вечер. Добрый. Отлично, цепляем. Цепануть можно. Или нет? А, ну лучше фармить. Лучше там подсейвил. Хорошо. Сейчас 16 уже, не нужно будет расходники таскать, это радует. А уже, в принципе, с 11 можно переставать расходник таскать, но все равно по хп просаживаешься. Отлично. Там кунка очень моросить будет. Очень сильно. Так, темпесту туда, на топ. Хорошо. Берите. Не мне точно. А это наша Роша. Спасибо за подписку. Спасибо. Надо аккуратно. Ну не знаю, опасно сейчас подходить, просто медасить. Оу. Ничего себе. Го-го-го. Избивают меня дагер, блядь. Ну, пацаны. Яйцо, яйцо. Поздно яйцо дал. Да пошел ты нахуй. Бей, бей, бей. Хорош, блядь. Все, уходишь, уходишь. Не, не, уходишь, уходишь. Оу. Ничего себе, ну кунку заберем, это отлично будет. Депозиционку держи, Магнус будет прыгать. Нету кнопок. Хорош. Еще Медас успел кинуть. Кунка, зря, зря. Бля, помоги, да, по-братски. Бля, ну Кунка, ну пожалуйста, помоги, я умоляю тебя. Да я выкупился, как я успею дойти? Ой, бля. Тавар попросил вот... тоже на топе оставить, да почему сложно оставить, да. Тавар? Я не то еще купил, бля. Еще Медас успел кинуть.
Отлично. GG. О, я сдох. Ну не видел я его. Вард стоит. Возможно. Печалька. Но Найкс должен загрызть. Рейдж. Ой, хорош, он на кресте. На кресте. Хорош. Хорош. Там Аквила осталось, да? Заберем потом. Ничего страшного. Главное, молнию доделал. Нормально. Сейчас уже молния есть, сейчас будет еще веселее. Сейчас на топ ТП. Кто там за Магнуса? Не Коля случайно. Ахма. Коля вроде на этом. Ой, да не важно, кто там на ком, господи. Главное контент. Че у нас по киллам? 21-25. Ну мы ведем пока что. Но 4 фрага. Ну катка интересная. Но у нас БХ. У нас БХ, у нас всегда, как говорится, веселее должна суета быть. Ча, Аквилу заберу вот здесь. Я забыл ее, видимо. Я раскидался там. Я раскидался, короче, улетели в драку, пошли Рошан. У меня не было второго, поля не было, ребят так подсейвливал. Если Феникс ставит ультимейт, можно вообще изи его сбивать, вообще не париться. Хорошо. Гладли убил. Хорош. Хорош, би. Где? У меня ТП-шки нету туда. Я удуши его. Пойдет, погнали. Погнали дальше. Да сегодня D2 точно не будет. Че? Гонишь что ли? Сегодня нет. А Т-шку забирайте. Вы чё? Т-шка и всё. Т-шка и всё. Да шо ж ты меня так душишь, дядя? Не надо. Хорош. Я ушёл. Пока что фармюет. Продайте его, не надо там драться. Давайте через РП драться. Гоу, 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 гоу. Тут вижен стоит. Я ульт даю. Опять на меня-то дал, ну пиздец. Опять ты меня слил своим крестом. Не надо там драться уже. Так, я не стакнул, да? Ну печально, втроем в итоге все сейчас отдадутся. Но я темпес там помогу, чем смогу. Темпес залетит. Далековато, правда, но... Ладно, справимся. Даггер, сбивайте ему, даггер, сбивайте ему просто. Все, уйдите. Зачем? Куда вы идете? Не уходи от него, у тебя же скилл действует. Ну что, Жандар, что ты делаешь? И что ты делаешь? Ну это же пи***ц, пацаны. Вы, блядь, первый раз играете, что ли, против Арка. А, да ладно. Жесть. Вот сюда. После этой игры с подписчиками. Да нет, еще, наверное, сыграем. Сейчас МКБ уже сделаю. Для мартредки. Чуть осталось. Ну, Бо 5, наверное, сыграем. Хочется побольше игр сделать. Бо 5, наверное, сыграем. Я так думаю.
Есть уже кнопка. Хорош. Армагна. Так, МКБ есть, да? Только сейчас. А это хорошо, что у него лотар. Так, ну я готов. В принципе, 1600 хп. Немного, но должно хватить на драке. Да? Нет, меня нету, я не могу ответить. Медасиус можно ковырять. Хорошо. Поля 100% промах дают. Конечно, ты что? Конечно. Они зажались что-то в ХГ. Го сюда. Возможно, даже БКБ придется делать. Нет, рапиру я делать тут не буду. Там мартретка, я не хочу эту игру сливать на ровном месте. Тут, скорее всего, что-то типа хикса сейчас будет. Next, чтобы можно было расконтривать дополнительно. Темпест КД, либо Октарин, либо Хекс. Вообще Travel 2 желательно сделать, чтобы ребятам вообще поможи-поможи делать. Жалко, ты... вот, типа, видишь, да? Ну, не могу телепортироваться туда. Не могу туда тпшиться, да? Go mid. БКБ пропана. Я бы отъезжал. Ну, минус БКБ, найс. Я позиционку держу просто. Отойду. 2600, поля КД. Мартретка без бики-би. Настакиваем темпестов. Мне главное тоже не подставиться. Могли, кстати. Могли. Жандар, хук дай, пожалуйста. Не стой на месте. Вот я не вековой идет. Адар стоит, все ждут. Хорош. В стороночке стоим, чтобы если что магну не накинул. Ничего. Отлично. Хорошо. Закидываем в товара, там не видно их почти. Плюс можно сбить дагер дополнительно.
Я умер. Отсбить. А, лол. Это GG. Там РП сейчас будет. Злостное РП, причем такое. Я перекрою его. Да, еще кресты эти ебаные. А, голосов, тут не выиграть ни одну игру. Я говорю. Вначале так хорошо шли, разъебывали. Но мне до конца игры надо фармить. Ты были, они не страдают. Пойдет. Все, гетбэкаем. GG, привет, бро, как ты? Здорово, нормально. Дела нормально, здорово. Все, сдаемся, гол, смысл играть. Третий пойдем. Пойдут. Хекс можно сделать. GG. GG. Ну, вся команда в целом у нас жесть как сыграла. Но они давали в этой катке намного лучше бой, чем прошлый. Конечно, побольше давали бой. Ну, хорошая, тем не менее, игра. Вроде замесы какие-то были. Но, если честно, там ребята не доигрывают. Можно будет сейчас третью сыграть, посмотрим. Ну, по Б5 сыграем. Спасибо, ребят, всем, кто на стриме, от души. Ну, пойдет. Погнали на третью катку.